А таких как мы? Да. Все покупатели. Вы сейчас заклеветать на нас хотите? Или вы хотите на нас заклеветать? Смотрите, какой-то... Ну это нет, нам достаточно вот даже детского питания, например, да? Да, которое вы с собой принесли. Приходите за мной сегодня. Обязательно заглянем. Где мы находимся? Мы в Тухлёстке. Тухлёстке? Адрес Тухлёстка. Адрес город-герой Ленинград, Свердловская набережная, дом 60. И повод нахождения нашего здесь? Ну, как всегда. Такое количество просрочки мы нашли. Как всегда. Не будь говном, скорее купи говно. Такое детское питание сегодня. Детское. Нашли и купили. Вот. Сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности, да. С чем всех зрителей поздравляем. Вот, желаем добра, тоже. Удачи и мира вашему дому. Вот такую просрочку детскую мы сегодня здесь накопали. Сейчас уже вызвали участковую или группу СОК, чтобы все это дерьмище отсюда изымали. Мамба, любимая детская, срок годности 14-5. Сыр, покрытый плесенью. Пивко. Просроченное. Вот оно. 1.07. А варенью-то кранты. Да ладно. 6 мая дата производства. И вот 60 суток. Нормально. Сегодня 8 июля. Может, еще есть? Может. Ну да, вот оно. Вот смотрите, прям с полочки снимаем. Вот, до 6.05. Вот так. То есть дата производства 6.05. 60 суток уже прошли. Это тоже к нам. Который лимон имбирь. Ты еще нашел баночку. Часов утра примерно с копейками. И в строчках можно понять все, что 6 часов на горячем столе, как она лежала, срок годности. То есть около 15 часов дня вся эта курица просрочилась все срок годности. Здесь у нас сыры с признаками недобросовестности отдельно. Это другие нарушения, маркировка пива просрочена, варенье просрочено. А купил я вот 3 единицы товара. Это такая молочная каша Тёма, такая кашка Хайнц для детей возраста 6 месяцев и J7, который тоже для 7 детей. Все покупатели. Вы сейчас заклеветать на нас хотите? Или вы хотите на нас заклеветать? Смотрите, какой-то... Ну это нет, нам достаточно вот даже детского питания, например, да? Да, которое вы с собой принесли. О, так вы докажите, принесли. Что мы с собой принесли. Докажите, а вы докажите, что вы нам взяли. Так у нас чеки есть. Когда будет суд, в гражданском судопроизводстве достаточно предоставить чек и фото товара. Фото товара вместе с чеком. Обязательно. Это будет считаться, что одна сторона предоставлена. По правилам нашей компании. Начинается. Ну, тут еще есть вот, не моя. Вот такой вот, вот он срок годности здесь. уже 7 месяц. У вас что, да, Кирилл, камер что ли нет? Берите, смотрите. Они у них, скорее всего, наверное, сломаны. Мы же не дураки мошенничать, блин. Так, прямая что купили? 159. Какой товар сейчас вы мне даете? Купили вот эти три. Купили вот это. Чек на это есть. Электронный, да. Могу электронный. Показать, его можно зафоткать. Скинуть не можно его? Можно. Перекинуть. Да. Но даже если бы здесь было там хранить там 180 суток, например, то даты производства нет, а сроки годности по всем правилам считаются от даты именно производства, а не упаковывания. Я могу упаковать то, что произведено в 99-м году.
И это состав административного правонарушения 14.43 часть 2. Это мы все в объяснении распишем. То есть это другая административка. И как раз таки нужно направлять в Роспотребнадзор. Понял, давайте объяснение начнем, напишем ваше. Там будет заявление, такое краткое, более краткое, емкое, а в объяснении у нас с вами будет указано, что все указано в заявлении, обычно так у нас. Нет, смотри, если хотите, я могу это все подробно, все мы сейчас распишем. Тут. Сам товар изымать, себя передавать. Я если изымать товар, я не могу сейчас. Почему? Давайте второй купили. Двумя протоколами, которые купили вот отдельно, а остальное, которые выявили. Просто это имеет место быть. Обращающиеся административные правонарушения. Пишите, все указано в заявлении. Я понял, у меня фамилия, имя, отчество, дата. Александр Александрович Маркин. Да, давайте начали товар, который купили. Это вот это, да? Раз, два, три. Обязаны хранить до прибытия сотрудников Роспотребнадзор. И это пока утилизировать нельзя. Утилизация приравнивается к уничтожению вещественных доказательств. Все. Предусмотрена уголовная статья. Все, мы расходимся с вами, да? Сейчас возврат за детское питание сделают. И, ну, наверное, вы по моей рекомендации его забираете, да, и направляете. Это детское, читайте внимательно. Читайте, читайте внимательно, что пишет производитель.
Говорит, не детская. Там написано для питания детей с 3 лет. А это же не помню, сколько у нас. Ну, что ты хочешь, Саша? Это же не плесень, это соль. Я не помню. У нас на энергетике там позиция была, я не помню. Здесь еще как-то по-божески, там было больше намного. А там был запущен прям магазин, а там, да. А там вы покупали, там было хорошо, то, что у вас там какая-то посылочная позиция сделала. Ну, удачи вам, Кирилл, до свидания. А вы же не Кирилл. Мы говорим вот ему. Все, я Кирилл. А мы не вам, мы Кириллу говорим. Кирилл. До свидания. Обязательно заглянем. Придет время.